Вязала я тут, вязала разное. И насобиралась у меня остатков пряжи по небольшому клубочку, но очень разный. Есть еще немного, поэтому еще вязать буду. Из остатков пряжи навязала вот такие вот носочки и варежки. Такие ярко-розовые, прям совсем. Ну, побледнее. Это детские варежки. Варежки где-то на 6-10 лет. Вот такие здесь не берется. Это мятный такой красивый мятный цвет, но он почему-то не передается здесь. Ну, такие индийский клин. Пальчик вывязан индийским клином вот так. Вот он. Вот такой. И носочки. Три пары носочек. Вязка спиралька или хеликс. Очень такая популярная, как оказалось. Я даже не ожидала. Это для меня это старая вязка, старинная вязка. Я ее давно очень знаю. Вот. Ну, вот такие вот носочки. Тоже интересные, тепленькие, они с шерстью, вот эти полностью шерстяные, здесь зеленая нитка шерстяная и синяя шерстяная, 100% шерсть, а здесь шерстяная голубая, тоже 100% шерсть, красная полушерсть, а вот эти вот шерстяные, вот эти розовенькие 100% шерсть, а эти полушерсть, вот такие вот у меня поделочки получились к Новому году. Ну, скорее, это не к Новому году, это вот сейчас к холодам поддаю внукам, внучкам, пусть по дому бегают. Так что вот такая вот красота.